ГКП КТЭК решила менять новые трубы по улице Челябинской после того, как ТО ВАН постелила здесь асфальт. Вагончики убрали здесь вот только неделю назад. 2 месяца ребята работали, стелили новый асфальт, делали улицы. После этого решили менять трубы. Сделали запилы. Сейчас тут все перекопают. Закопают новые трубы, и все это через неделю провалится. Как это обычно бывает, потому что ребята не дорожники, и закопать по-нормальному они их не смогут. Это что за издевательство такое над людьми? Это вот, мягко сказать, это свинство. Просто неуважение к людям, к жителям. Очень хочется, чтобы... Кто там? Отдел ЖКХ за это отвечает. Чтобы ответственные люди были наказаны.